Если ваши розы плохо растут, не набирают бутонов, пострадали от возвратных заморозков или вредителей, их нужно обработать специальным средством. Я его называю «живая вода для роз». Как его сделать, сейчас покажу. Первый компонент – это перекись водорода, 3%. Ее нужно 100 мл на 10-литровую лейку. Второй компонент – это 2 таблетки из аптеки. Это янтарная кислота концентрации 100 мг. Таблетки измельчаем и растворяем в небольшом количестве воды. Добавляем раствор в лейку и хорошо размешиваем. Поливаем розы методом дождевания по листу. Всем большое спасибо за просмотр.